Этот момент навсегда вошел в историю отечественных смешанных единоборств. В июне 2012 года американский спортсмен Джефф Монсон еще не был ни гражданином нашей страны, ни российским политиком, ни общественным деятелем. Его знали только как опытнейшего бойца с длительной карьерой и россыпью громких титулов, который за полгода до обозначенных событий бился против Федора Емельяненко на грандиозном турнире M1 Global в Москве. После того поражения, залечив травму, Джефф провел 3 поединка, в которых одержал 2 победы при 1 ничьей, после чего снова появился в России, вернувшись на турнире под эгидой M1 Global. Это произошло на знаковом турнире в Северной столице, в главном бою вечера которого Федор Емельяненко, как предполагалось, проводил последний поединок в своей карьере против легендарного бразильца Педро Хиза. В качестве зрителей на турнир приехали самые видные политики и спортсмены нашей страны. А Монсону тогда довелось помериться силами со знаменитым российским бойцом Денисом Пупкиным по прозвищу «Сибирский медведь». Практически никто тогда и не подозревал, что за историю собирается сотворить американец со своим выходом на бой. Но при первых же аккордах и словах песни весь зал без исключения встал на ноги. А от овации и шума буквально задрожали стены переполненного Ледового дворца. К сожалению, видео не может передать всего, что творилось в эти минуты в зале. Но поверьте, это было невероятно эпично. И именно тогда американский боец Джефф Монсон сделал первый шаг в свою новую жизнь. M1 Global. Новый год уже совсем скоро. Время покупать подарки. И мы представляем вашему вниманию отечественный бренд «Великаросс». Это совершенное качество, лучшие традиции и уникальный стиль, который придется по вкусу всем. Спортивные костюмы слопкового футера высокой плотности, украшенные нашивками-лампасами в традиционном стиле. Легкие, невесомые футболки с расцветками на любой вкус. Классические костюмы, джемпера и водолазки. Уютные свитеры и шарфы. Потрясающе мягкие и удобные носки и нижнее белье. Все это является качественным воплощением традиций. И, конечно, отдельно стоит рассказать о легендарных ремнях Великаросса. Прочные, выполненные из воловьей кожи, с фирменным горячим тиснением, они становятся не просто элементом образа, а символом любви к родине. Амбассадорами бренда «Великаросс» становятся именитые спортсмены, а сама компания поддерживает развитие физической культуры и спорта. Повторюсь, Новый год уже совсем скоро, поэтому переходите по ссылке в описании и спешите приобрести крутые и качественные вещи в подарок своим друзьям и близким. M1 Global. Jeff Monsson! Помним мы прекрасный поединок 16 марта во Дворце спорта Ледовый против Дениса Смолдырева. Неожиданно. Под гимн Советского Союза выходит Джефф Монсон. Ну, сейчас ответит свои симпатии социалистическим взглядом. Абсолютно верно. Своим появлением под гимн Советского Союза. Вот американского бойца можно, от Монсона это, наверное, можно было ожидать. Известный анархист, человек, получивший штрафы за надписи баллончиками на Белом доме, 12 тысяч долларов, или выплативший баллон, или выплативший какую-то смешную сумму. Знаете, здесь одни эмоции. Зал встал. Музыка-то, в общем, у нас у гимна нынешнего та же самая. Слова другие. Да, слова другие, поэтому зал стоит. Да я думаю, даже если бы и гимн был другой, то все равно можно было бы встать. Это все-таки наше прошлое, наша история. Тот, кто не помнит своего прошлого, не умеет находить в нем повод для гордости, у того нет будущего, про это, наверное, надо знать и, главное, помнить. Безусловно. Ну,
удивил. Вот одним выходом удивил. Сейчас понятное будет представление, закончено, наверное, по Дениса. Денис Комкин, начиная с 2003 года, начал выступать по турниру на смешанном единоборстве. 21 поединок, 13 побед, бился в Чехии, Латвии и Бразилии. Никогда не старался тянуть именно до судейского решения. Монсон, любимец публики. Разница в возрасте, конечно, огромная, 13 лет. Но это совершенно ничего не значит. Номинальным фаворитом, наверное, в этом бою все-таки является Монсон. В первую очередь, первый гол за счет Денис. И каюсь, я специально у Дениса спросил, как правильно произносить его фамилию. Комкин. Потому он сказал, можно и так, что меня повергло в ступор. Я говорю, Денис, давай уже определимся. Так, ну хорошо, тогда Комкин. Папа называл Комкин, пускай будет Комкин. Я говорю, хорошо. Монсон, по достижениям, для тех, кто, возможно, первый раз наблюдает за данным бойцом, двукратный чемпион ADCC, топовой версии по грэпплингу, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, поражений хватает, побед хватает, 45 побед, 13 поражений, если совсем точнее, где бился UFC, Pride Strike Force Dream, и Чек Лигл, и Сергей Харитонов, и тот же Федор Риза, и Федор Емельяненко. Почему снеговик? Потому что круглый катается. Вот мы наметили себе движение вперед и побежали. Вот до чего добежали? Тут большой вопрос. Денису я желаю, во-первых, удачи без травм. Если будет повод, то именно в каких-то проблемных местах мы с ним поговорим. Денис, кстати, сознал, что партера с Монсоном он не боится. Посмотрим. То есть он говорит, если ему дать делать какие-то коронки, наверное, да, а так-то. Ну, Денису трудно сделать какой-то прием, например, на руку или на ногу. Понятно, почему, мне кажется. Да. Короткие достаточно руки-ноги, плотные, мышечная масса серьезная. Может быть, ущемление хила. Два титана. Весовая категория свыше 93 килограммов. Монса работает первым номером. Для него это, в принципе, обычное дело. Сейчас бросить двойку-тройку, попытаться влезть. Денис явно превосходит Монсона в ударной мощи. Вот, собственно, да, прохват ноги. А задушить Монсона этим приемом? Ну, наверное, сложно. Тяжело. Вот, сейчас Монсон будет работать снизу. Вот, для грэпплера это не самая страшная позиция, даже, я бы сказал, хорошая. Да, даже из этой позиции Халфмат. Обратите внимание, как он вкручивается под соперника. Ну, под Денис, во-первых, с его-то опытом выступления тоже не так просто влезть. 10 лет – это 10 лет. Это много. Да. Денис хоть и вроде молодой, 27 лет, но опыта там… Да ладно. Не занимает. Задушить Монсона. Ну, вряд ли, конечно. Если я когда-то это увижу, ну тогда, наверное, можно будет сказать, что уже видел практически все. Да, тем более… Тимуру одной рукой здесь Александр поведал историю, то, что как раз Марат Гафуров умеет ее делать. Было бы очень любопытно посмотреть. И… Удушающий прием по Монсону, это было бы, конечно, это был бы шедевр. Да нет, но здесь больше удерживающий момент такой, там, серьезного удушения нет. Просто контроль соперника, находящегося сверху. А вот сейчас может быть вот удушение, да, север-юг. Это такая штука опасная. Харитонова он так задушил в свое время. И, кстати, прошел вот точно так же, по тому же пути, грубо говоря. И замочек-то, по-моему, взял. А этот прием является, обратите внимание, одна рука лежит под шеей. Да. Разминаем соперника, чтобы руки убрал. Давал спокойно работать. Вот, и здесь идет серьезное давление на шею, на позвоночник. Да, север-юг, как он есть, вот это да. У меня просто дежавю боя с Харитоновым, знаете, один в один, помню. Может, даже время то же самое. Вот он класс, вот да. Вам, пожалуйста, вот вам и 40 лет, это к вопросу о возрасте для тяжа. Да, и вопрос о бое с Федором Емельяненко, достоин ли он. Вот, пожалуйста, уровень виден, 2 минуты и серьезный боец задушен. Денис Комкин, это боец, поверьте, не последней десятки российского ММА. А в этой позиции, вот насколько грамотно она решалась? Спокойно отдался сначала. И даже на тебе халфмаунт, пожалуйста, работай. Начинает вот так вот тихо-тихо и сапой выползать из-под соперника боком фактически. Занял определенную позицию. Вытянул чуть-чуть шею, ну, если есть там что вытягивать. В чем лично у меня есть сомнения. Денис, конечно, логично, с его физической силой попытался его задавить. Чего, в общем-то, и надо было Монсу. Ну, на.
на тебе шею. Подвела немножко самонадеянность. Аккуратненько занимаю позицию сбоку и начинаю буквально вот по 5-10 сантиметров на повторе, я думаю, будет заметно смещаться. Вроде бы ничего, да. Вроде бы ничего не происходит опасного. И по-прежнему душит, и по-прежнему есть контроль позиции. Мы это видим, и Денис это прекрасно понимает. А потом бам, и... Нет, великолепный поединок. Ей замок побил по корпусу и спокойно задавил на своем одном из коронных приемов. This bout ends at 1 minute 58 seconds of the opening round. Your winner by submission via North-South choke, Jeff the Snowman Монсон! Победу одержал Джефф Монсон, American Top Team, Соединенные Штаты Америки.